Всем привет! Сегодня работаю над такой вот работой. Семейный календарь. 60 сантиметров в длину. Ну и где-то 18 вот в высоту. Семейный календарь. Здесь будут вешаться фишечки такие кругленькие, где будут написаны даты и имена. А вот здесь по этой еле просматривающейся полосочке будет написано январь, февраль, март, апрель, май и так дальше. Ну, я думаю, кто смотрит мои видео, видели подобные семейные календари. Данные буквы я решил сделать немножко по-другому, то есть одна захлестывает другую. Значит, выжигаю. Работаем над выжиганием. Включаем выжигатель и вперед, народ. Сначала на небольшой скорости выжигателя я прошел контур, чтобы аккуратненько было. И буквы я делаю беленькие, а вокруг я буду давать темный фон и выраженные тени. Весь процесс выжигания показывать не буду, я думаю, нет смысла. Ну, кусочками покажу, чтобы было видно, как это происходит. Сейчас, значит, обложу буквы круговыми движениями, затушевываю, чтобы буквы были выражены светлым фоном, а за буквами будет темный фон. Где аккуратно нужно подойти, к примеру, ну вот в таком участке, где вот буква D, и здесь уголок такой, я могу шмальнуть, что будет сильно обожжено. Я могу немножко подуть на само жало, и она немножко угасает. И дальше можно идти спокойно. То есть в таких местах, где ты боишься, что ошмалишь больше, чем нужно, можно немножко подуть на жало. Это очень хорошо работает, и не нужно играться с переключением скоростей выжигателя. В принципе, ничего особого. Карандашом я нарисовал буквы, и дальше по карандашу иду выжигателем. Дальше здесь наброшу каких-то листиков. Есть у меня шаблончики, кленовые листики. Я люблю рисовать. Думаю, что именно кленовые листики я еще выжгу здесь. Я повыжигаю и перейдем к другому этапу. Обвел я вокруг букв и внутри, то есть, вернее, затушевал
теперь, что я делаю дальше, чтобы сделать тень и выйти как бы на нет, выйти, да? Мы вот эти вот все, как сказать, углы, мы их скругляем. Круговыми движениями начинаем выходить на более светлый тон. Я начинаю резче вводить выжигателем. Начинаю скруглять все резкие переходы от белого к темному. Вот, допустим, вот угол. Я начинаю здесь затушевывать и делать более изящный такой вот переход. Я сейчас немножечко это поснимаю, и вы посмотрите, как это происходит в ускоренной съемке.